Привет, меня зовут Артём, и сегодня мы продолжаем смотреть различные монеты. Сегодня я решил показать 10-рублевые юбилейные монеты, которые выпускались в честь победы в Великой Отечественной войне. А именно это 55 лет победы, 60 лет победы, 65 лет победы и 70 лет победы. Это, в принципе, и все монеты, которые выпускались в течение с 2000-го по сегодняшний день. И начнем мы с 55 лет победы. Вот эти, в принципе, монеты все. Сейчас мы начнем с 55. Вот как она выглядит. Вот она у меня в хорошем состоянии, ОНЦ, вся блестящая, как будто бы ей не пользовались. Ну, конечно, видно чуть-чуть, что тут такое вот почернение. Но это со временем, так как монете уже 19 лет почти. Выпускалась она в 2000 году. Вот. Сейчас. Это у нас СПМД, по-моему. Стоимость такой монеты примерно, если она Московского монетного двора, то цена 80 рублей. Если СПМД, то цена 100 рублей. Но это надо смотреть в специальных каталогах, которые я вам сейчас цену назвал, это примерная цена. Так что вот, такая монета. Идем дальше. Следующая это у нас 60 лет победы. Вот, она выглядит вот так. Сзади у нас нарисован вечный огонь, 1941-45 год. Вот, ничто не забыто. Никто не забыт. Не забыто. Вот. Это 2005 год. Она у меня тоже вот такая вот блестящая. Я ее почистил. То есть состояние у нее почти что ОНЦ. Стоимость такой монеты составляет примерно от 100 рублей где-то. Ну, я врать не буду, я точно на экране напишу. Тут у нас Московский монетный двор. Вот. ММД. Следующая у нас идет, это 65 лет победы. Эта монета чуть меньше, в зависимости от таких. Такой вот, вот она. И сзади нее нарисован такой вот звезда вот такая. Ну, там написано 65 лет победы. Вот. 2010. Среди всех монет ГВС, а также других вот. Вы сейчас их увидите на экране. Данная монета самая ценная. В общем, вот. Откладываем ее. И следующие у нас пойдут. Это 70 лет победы. Вот. Их выпустилось 3 монеты. Отчеканены были. И начнем с первой. Цены у каждой монеты различные. Вот. Первая монета это у нас со звездой. И тут у нас написано «Отечественная война». 2015 год. Вот такая монета. Я ее толком-то не почистил, поэтому у нее состояние не ОНЦ. Вот, даже видно, что она чуть-чуть вот почернела вот здесь. Следующая монета. Это у нас тоже 2015 год. И тут у нас нарисован вот такой воин, как бы, памятник. 70 лет победы. Состояние монеты отличное. Вот, она вся блестит. Ее даже чистить надо. Состояние ОНЦ. Но она немного побыла в обращении, естественно. Следующее. Это у нас также 2015 год. Довольно-таки странно, что в честь 70-летия победы столько монет выпустилось. В отличие от предыдущих, которых выпустилось только по одной монете. Итак, тут у нас нарисован такой воин, который кует меч. Вот у нее такая кувалда.
70 лет победы. Тоже состояние у монеты отличное. Вся блестит она. Цена будет на экране. Ну вот, в принципе, все монеты, которые я хотел показать, вот они все. А кому понравилось данное видео, ставьте лайк. Всем спасибо за просмотр и всем пока.